Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня прошло за это время. Так, сейчас мы соберем вначале все эти штучки-дрючки, яблоки. Алхимик получил 20 уровня. Кстати, да, у меня скоро сделается литейная. Осталось всего полтора часа. И, как вы правильно мне написали, в прошлый раз я очень сильно сглупил. Я начал строить колодец манны. А надо было делать бассейн манны. Так что теперь я его делаю. И, как видите, через 3,5 дня он у меня будет готов. Что же, давайте заберем награду. И я думаю, что можно пооткрывать сундуки. Хотя нет, ребята, нет. У нас здесь куча орков. Мне их нужно разбомбить. Сейчас мы с вами их побьем. И знаете, что думаю? Будем потом открывать все сундуки с копом. Хотя можно было бы еще сходить в портал. Ну, посмотрим, в общем, по яблокам. Если у нас останутся, то можно прогуляться. Так, отлично. Еще один, как говорится, сундук в нашу копилку. Не будем мы лечиться тут, отхиливаться. Будем делать оркофон. Как вы помните, по старым-старым выпускам я делал это нон-стопом. В принципе, я буду продолжать эту традицию. Ну, а кому не нравится это, может сразу где-то промотать, ну, минут, наверное, 15 игрового времени. И там уже будет совсем другое. Так, замечательно. Ну что, тут у нас остался еще один орк. Мы его сейчас по-быренькому заколбасим. Так. Давайте уже падайте, елки-палки. Что вы мне только время оттягиваете, а? Так, замечательно. Так, домой. И сразу же очередное вторжение. Ну что мы здесь получаем? Мы получим с вами здесь синий сундук. А если я не ошибаюсь, в портале я дошел, по-моему, всего лишь до 20 уровня. Просто дальше проходить не проходил, не играл, так как у меня работа и не было времени особо сильно проходить. Но есть возможность сегодня немножко, наверное, поиграть. Но опять же, как с этими яблоками у нас будут обстоять дела? Сколько? Тут что-то еще слишком много. Я смотрю, этих орков. Хочется как можно, знаете, как можно быстрее. Оп! Зашел, пару выстрелов сделал, и они уже все валяются. Но нет, так у нас не получится. Хотя я считаю, что мы и так их довольно быстро проходим. После, как вы знаете, того, что я сделаю в бассейн манны себе этот, я буду делать, улучшать свою оружейку. Потому что надо будет оружие. У меня один из воинов уже 72 уровня получил себе. Ну, естественно, это еще мало. Потому что они будут прокачиваться до 85 у меня. Но это очень-очень долго, если честно. Но нам спешить пока некуда. Своим соклановцам скажу одно. Ребята, качайтесь. Набивайте рейд себе, ну, не слишком большой, чтобы вас не обижали. Ну, и маленький тоже, где-то в пределах 2000 вы должны держаться, это будет самое оптимальное для вас. Так, что тут у нас еще? Что еще-то мы можем? Ну, здесь пока вроде все сделано. Так, я хотел, да, еще заказать заклинание какое-нибудь сделать. Ага, максимальный уровень. Тут нужно 400. И тут 400. И тут 400. Так, кто там опять у меня бегает? Где этот охламон? Ну-ка, покажись. Ага, голем. Ладно, еще осталось у нас 4 вторжения. По-быренькому сейчас пройдем. Думаю, стоит мне все-таки эту изучать заклинание, усиливать или нет. Неохота тратить манну. Вот в чем проблема-то вся. Она мне пригодится. Наверное, мы перебьемся пока. Тем более, там не особо-то и нужное. Так, и осталось еще 3 заходочки у нас. Так, давайте-ка вот этого по-быренькому размочалим.
А как вы думаете, что лучше поставить? Улучшение брони или улучшение оружия? Ну, про кольца и ожерелки я вообще промолчу, потому что это будет, я думаю, делаться в самую последнюю очередь. Так что, ребята, если что, напишите мне в комментариях ваше мнение. Так, отличненько. И еще два боя у нас с вами впереди. Так, вот они, красавчики. Ждут меня, не дождутся. Блин, как же все-таки долго здесь прокачивать персонажам уровень. Это просто обалдеть. По 16-17 часов это охренеть можно. То бишь, это 10 уровней, как минимум еще 10 дней до 80-го. Очуметь. Да, как представлю. Так, ну что, и у нас осталось последнее вторжение. Мы его по-быренькому с вами проходим. Забираем свой синий сундук. И будем вскрывать. Через полтора часа, как говорится, истекает время, точнее, заканчивается постройка, и у меня освобождается один из работяг, который, естественно, сразу побежит что-то делать. Он просто так у меня простаивать не будет без дела. Ну что же, идите, охламоны, пока подлечитесь у меня вот здесь. Так, это мы забираем все. Ух ты, блин, с яблоками, конечно, небольшая засада. Ну и я думаю, что настало время открывать сундуки, ребята. Честно говоря, давайте с синих начнем. Наверное, это... Ох ты, ты смотри-ка. Сила магии, магическая броня. Надо будет посмотреть. Неплохо, довольно неплохо, я считаю. Так, а здесь у нас... Ух ты. Блин, да почему такие уровни-то? 40 и 27. А, это, видимо, ребята с портала. Да, скорее всего. Поэтому такие уровни слабенькие. Ну давай, 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 скрывай. Бронька пойдет, как говорится, на кристаллы. Ух ты, зеленый меч. Тоже пойдет на кристаллы. Куда же ему еще деваться? Так, подождите, давайте... О, у меня тут еще синий, ё-моё. Так, что из этого выпадет нам? Ты гляди-ка, на 73 уровень зелень выпала. Ну что ж, неплохо, но... Опять же... Оу, а это у нас... Это у нас для этих металлургов, скажем так, пригодится. Правда, 8 уровень, мне до него как до Китая раком. И зеленый лук. Ядрёно вож, сколько у меня тут этих сундуков, а? Так, ну в этом, как обычно, ничего. В этом тоже пусто, выросла капуста. А в этом что? Смотрите-ка, на 10 уровень моим металлургам выпал амулет. Так. Ну что ж, давайте тогда следующий. Что у нас здесь? Угу, понятно. Не особо я этому рад, конечно. Здесь ресурсы. Ресурсы мне нужны. Нужны и как можно больше. Блин, я, наверное, задолбаюсь эти сундуки сегодня открывать. Ух ты, смотри-ка. Сила магии на 72 уровень. Довольно неплохой амулетик выпал. Тем более зеленый, магу будет только в радость. А это что еще такое? Обычное кольцо, магический урон. 120-186 на 75 уровень. Ты. Как бы сказать, я и рад, и не рад. Жалко, что оно обычное. Было бы оно синее, было бы вообще круто. Так, а это у нас восстанавливает союзнику. Ну что же, это мы потом посмотрим. Смотрите, уже уровень, кстати, стал выпадать. 72-й. Это максимальный уровень, на который у меня раскачан один из бойцов. То есть, если бы он у меня был 80, там, например, первого уровня, что, мне бы шмотки выпадали до 80-го уровня? Получается так. Ну что же, хорошо, ладно. Ну-ка, что у тебя здесь? Ага, магическая броня. На 77 уровень выпал амулет. Ёлки-палки, сколько времени я на это ухоркаю. Ты посмотрите, их сколько здесь. Ну-ка, что? О, это у нас для
казначея. Что же пригодится? Ну давай, 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 думай быстрее. Ну-ка, что в этом у нас выпадает? Ну давай-то быстрее, почему ты так медленно открываешь мне их, а? То быстро, то медленно, непонятно. Ну что же, осталось еще 43 сундука. Ух ты, на 75-й, ну опять же простой, простой лук. Был бы он хотя бы синенький. Я про фиолетовый-то, конечно, вообще молчу. Интересно, вот с этого сундука, нет, по-моему, нереально открыть фиолетовую шмотку, потому что он элементарно отсюда даже не выпадает. Так, смотрите-ка. На моих лесорубов, на плотников выпала... Опять же, ожерелка. Почему-то колец не выпадает, выпадает в основном ожерелье. Так, отличненько. Ну, осталось-то всего ничего, ребята. Арбалет пойдет на кристаллы, сразу вам говорю. Лопата пригодится. Ну, давай, 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 быстрее. Так, тоже пойдет у нас на кристаллы. Потому что это обычная белая. И вот этот посох, даже не буду смотреть, какие у него статы. И... Так, это пригодится еще. А в этом... Да что такое, почему обычно это выпадает? Дайте мне... Пойдет. Дайте мне зеленую или синюю шмотку в идеале. Ну что же, а там, ребята, остались только ваши подарки. Их я, наверное, вскрывать пока не буду, потому что... Мне нужны будут потом яблоки. Так, ну неужели кольцо, правда, выпало на кулинаров? 33 уровень, до сих пор еще пока нету таких. У меня максимум 30. Так, а это крит 750. Ладно. Ну что же, я считаю, что довольно-довольно неплохо. Давайте вот это все разбирать. Белую всю шмотку. Без угрызения совести. Все-все-все абсолютно. От нее нам толку никакого. Давай, давай, и это. Так, магическая броня. Да нафиг она тоже не нужна нам. И вроде бы... Так, магическая броня тоже разбирается. Лучник тоже. Магический урон. Давай, разбирай. И этот тоже разбираем. Так, ладно. У нас еще с вами здесь есть сундучок, забираем. Слушайте, а я не смогу как-то ускорить вот эту вот? Могу, 50. Ладно, ребята, я ускоряю и запускаю, наверное, все-таки оружие, ребят. Так что можете в комментариях, наверное, уже не писать. Я считаю, что это будет... Погоди-ка, у меня хватает? Ага. Вот так вот, ребятушки. Я ничего не смогу себе сейчас улучшить, потому что элементарно у меня не хватает маны. А мана будет построена только через 3,5 дня. Вот я губы-то раскатал, дурик. Хорошо, давайте тогда что-нибудь возьмем попроще. Например, вот шахта. Шахта. Сколько ты у меня будешь? 6 дней, блин, 6 дней. Очуметь просто, а. Просто очуметь. А этот сколько? Подожди. Блин, обалдеть. Ну, железо нам в любом случае, ребят, пригодится. Так, погоди-ка, а что мы сейчас закончили делать-то? Я уже забыл, ё-моё. Ага, нет, не это. Хотя, да, это... Литейная, максимальный уровень. Здесь у нас тренируются наши литейщики. Значит, мы будем улучшать вот это вот. Фиг с ним. Да, пускай 6 дней. Ну, в идеале, конечно, 4,19. Как-нибудь переживем.
Время есть, следующее мы успеем накопить к этому сезону. Единственный недостаток, что теперь я не буду получать железо свое. Придется его добывать методом грабежа. ПВП воин. Хорошо. Ну что же, я думаю, наверное, давайте все-таки мы вскроем и посмотрим. Сколько тут? 24 сундучка еще. А вот отсюда, кстати, и выпадает и яблоки, и сталь, и дерево. Все, кроме манны. Ну, а манну не так уж и сложно будет набить нам в дальнейшем. Блин, да как же я так лопухнулся-то, а? Уже дважды, блин, дважды насчет этой манны. Блин, знал бы, не тратил бы эти кристаллы. Пускай там полтора часа бы как-нибудь перетерпел бы. А я хотел как можно скорее. Так что, ребят, остается все-таки в силе. Так что пишите в комментариях, что оружие или броня. Мне почему-то кажется, что лучше оружие. Улучшить. А потом уже броньку. Хотя, кто как считает. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну что ты, просто обычку мне подсовываешь. Все это пойдет. Надо же. Зеленку на лучника дали мне. Так, опять белое. И здесь у нас ресурсы. Ну что же, осталось немножко. Всего лишь 5 сундучков. Давайте их по-быренькому вскрываем. Кстати, зеленая шмотка, которая мне выпала, она тоже, поверьте мне, слабенькая, которая пойдет. На кристаллы из нее я уже буду делать шмотки синие. Ну, а синие уже, наверное, когда-нибудь на фиол. Ладно, ничего такого существенного не выпало. Ну что, вы у меня отхилились, ребята, давайте возвращайтесь. Яблок у нас 420 тысяч. И давайте, наверное, с вами глянем. О, ребята, это если я сейчас начну эту эпопею. Это уйдет здесь, наверное, час, а может быть и больше, пока я дойду до своего предела. А предел у меня, если я пока не ошибаюсь, 52 или 53 уровень. А там уже просто я не смог пройти. Не знаю, по какой причине. А, там пошли больно злые какие-то маги и начали разбирать моих магов. Не знаю, почему так быстро. А были такие ребята, которые просто воина сносили с одного удара. Не знаю, в чем там загвоздка, но как факт было такое. Отдыхайте, мелюзга. Ну, сейчас мы тебя наколбасим по-быренькому, по-шурику. Все, отдохни, расслабься. Ну, зато у меня здесь, ребята, ближайший будет сундук, если я не ошибаюсь. Это... сейчас я вам даже скажу точно. 34-й... ага. 18-й уровень, значит, у нас начинается. Поехали. Да-да, будем идти в бой. Никаких отхилов. Мы и так здесь пройдем, здесь тем более салаги. А зачем я вот это вот прохожу? Я сам не пойму. Все равно мне кристаллы не заработать. Сколько бы я хотел. А тратить яблоки впустую. Но если только ради синего сундучка. Только ради него, если сходить сюда. Давай, 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 беги сюда. Причем он предпоследний. Хотя это как бы босс считается. А боссом здесь... голем, извините меня, энд и два скелета. Босса, блин, не нашлись. А, нет, что-то я ошибся. Босс у нас здесь дракон. На, лопух. Сгинь, нечистая. Так, отлично. 34 темные души я получил. Это очень мало, вообще мизер. Что тут у нас такое? Давайте заберем. И сразу же вскроем. Посмотрим, что нам выпадет. Броня, блин, вот. Вообще ненавижу вот эти вот. Так, это разбирается. Это тоже разбирается.
Разборка. Да-да-да, тебя тоже в утиль. И тебя, и тебя, и тебя, и вот этот. Так, а вот эти вот я не знаю даже. Сила магии и магическая броня. Давайте посмотрим, что у нас вообще у ребят стоит. Так, начнем, наверное, вот с этого. Ух. Так, а здесь? М-да. Ну, а вот здесь. Блин, а тебе-то зачем? Тебе не нужна. Ну, как мы видим, по силе магия не проигрывает. Броня и магическая броня. Это у меня уже на воина должна идти. Нет, нет, слабая. Поэтому все это тоже у нас идет в утиль. И у нас... Сколько у нас вообще этих кристаллов-то, а? 10. Я могу заказать один эпик. Но это уже будет после того, как я улучшу себе здание. Сейчас я не вижу смысла заказывать. Кстати, надо посмотреть, сколько у меня там будут войны-то еще заниматься. Так. 73 уровень Кирилл получит через 12 часов. Обалдеть. Тогда, наверное, есть смысл и заказать. Давайте вот так вот сделаем. 3 дня, да и фиг с ним. Пускай улучшается. Каша не просит. Так что нормуль. Ну что же, поехали, наверное, по-быренькому еще прокатимся. А, смотрите-ка, на 20 уровне дает сундук Чепушила, так что надо его завалить. Обязательно. Как вот, как он мог снести моего лу... Вот видели, а? Лучник упал там с 2 ударов, блин. Какого лешего, я не понимаю. Вы его резать будете, а, сосунки? Вот так вот. Ну, кто тут следующий? Шейка-лейка. Кстати, 52-й или какой там уровень, 50-й, я проходил, ребята, на магии. На магических заклинаниях. Без них я бы дальше не продвинулся. Так, отлично. Заколбасили. И последний, кто у нас тут босс? А, эти охламоны. Дубликатов тут мне понаставил. Все, готово, отдыхают, ребята. Сейчас мы этого гуньку порвем. Уже порвали. Только бутылочки зазвенели. Ну что ж, давайте, наверное, с вами вскроем и посмотрим, что в этом сундучке у нас находится. Что будет? Зеленое кольцо. Крит зеленое. Опять же слабое. У меня есть, видите, какой крит. Так что, естественно, разбираем. Ну что же, я даже не знаю, какой у нас там следующий. На 20, блин, ну это как долго все, а, ребят, ну... 27-й, потом 34-й. Да. А что я могу помимо этого сделать, а, вообще? Могу сходить на ПВП. Ну а зачем? Сейчас пока я не вижу в этом смысла. Ну, в общем, ребят, вот как-то так у нас пока все это выходит. Так, что у нас тут? Давайте-ка мы посмотрим по-быренькому, по клану. Всем хорошего и удачных побед на поприще. Спасибо тебе, Дэн. Маука просит яблоки. Дадим яблок. Антону дадим дерево. Так, 20 тысяч. Так, на тебе. Вова, пуш. Вот так вот. И вот так. Так, ну что же, тут пока все хорошо. Все отлично. По глобальному у нас обнова когда? Обнова скоро, не волнуйся. Тебе не болеть. В общем, пока все тихо и спокойно. Ну, а на этом, ребят, я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Игру я не забываю, просто сейчас немножко не хватает времени снимать ее почаще. И, как вы сами заметили, постройки начали строиться по неделям, по 2. Как бы особо сейчас не разгуляться.
Все идет в развитие, в раскачку. Ну, как что-то будет новенькое, обязательно выйдет следующая серия. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.